Вчера вечером появилось видео, на котором нам показывают почти скрытые камеры выписку Светланы Лободы. Певицу из больницы встретил лидер группы «Рамштайн» Тиль Линдеман, и сегодня заинтересованная общественность теряется в догадках, на самом ли деле у артистов роман или искусно созданный пиар. Перенесшая операцию на почках Светлана Лобода выписалась из Боткинской больницы. Папарацци подкараулили артистку в тот момент, когда она выходила из дверей лечебницы в сопровождении солиста известной немецкой группы «Рамштайн» 55-летнего Тиля Линдемана. Как рассказывают на портале Супер, как только Линдеман узнал о госпитализации Лободы, он тут же все бросил и поехал к артистке, только вот почему-то его не пустили. В итоге Тиль и Светлана увиделись только на выписке. Интересно то, что из больницы пара отправилась не домой, а в ресторан. Там к Лободе и Линдеману присоединилась старшая дочь певицы Евангелина. Все это в сопровождении свиты и охраны, которая почему-то не заметила эту как бы тайную съемку. Это обстоятельство заставляет некоторых поклонников заподозрить, что информация о романе Тиля и Светланы – обычный пиар. Если бы у артистов действительно были чувства, они бы не стали так странно светиться. «Ну, все, верим, верим», – пишут фанаты. Интересно, сколько ему заплатили? Постановка, запланированные съемки? Высказались сомневающиеся в комментариях, а другие восхитились и пожелали Лободе скорейшего выздоровления. Напомним, что певица была срочно госпитализирована буквально накануне трех важных концертов в Москве. У Светланы обнаружились серьезные проблемы с почками, и ей была проведена операция. Света, угомонись, а? Иди уже в эфир. Ниже снимай, девчонки. Боже, что это за адские туфли? Почему адские? Ты хотел уходить и смотреть, как я буду. Что это, кстати, за операция, через три дня после которой человек, пусть даже с невероятным здоровьем, отправляется на каблуках в ресторан абсолютно без признаков какого-то дискомфорта, а не грустно соблюдает постельный режим? Если знаете, напишите в комментариях. А как вы считаете, Светлана разыгрывает этот роман интригу с Линдеманом или там действительно есть какие-то чувства? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, где удобнее будет вам. Все ссылки под видео.